Александр Головашкин родился в поселке Ликино Одинцовского округа. С детства мечтал служить в спецназе и целенаправленно шел к своей мечте. До сих пор служит в органах внутренних дел в отделе специального назначения «ГРОМ». Говорит, что миссия эта весьма непростая. Очень тяжело, но почетно. И почетно тем, что, выполняя задачу правильно и хорошо, видишь глаза людей, которым ты подарил, вернее, сохранил жизнь, и больше тебе ничего не нужно. Звание Герой России Александр Головашкин удостоен за спецоперацию на территории Северного Кавказа. В 2007 году его подразделение выполняло боевую задачу по ликвидации бандитской группировки, которая готовила серию терактов. За этой бандой тянулся длинный уже шлейф преступлений, руки были по локоть в крови, и достаточно опасная группа. Заблокировали домовладение и отработали по ликвидации и уничтожению данной группы. Александр был командиром штурмовой группы, в которой служили молодые сотрудники. Чтобы избежать потерь, решил действовать первым номером. Взял бронещит у подчиненного и отправился в наступление, прикрывая остальных. В том бою, во время задержания и уничтожения группы, весь состав штурмовой группы остался жив, целый, невредим. Это большое счастье для командира и для родных и близких. Я получил тяжелые ранения, но так как шел первым, весь огонь принял на себя. В 2008 году указом президента страны Александру Головашкину было присвоено звание Героя Российской Федерации. Сейчас, помимо службы, он ведет активную общественную деятельность, участвует в патриотическом воспитании молодого поколения. В честь Дня Героя России активисты местного отделения партии «Единая Россия» поздравили Александра и поблагодарили за службу на благо Отечества. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».